бумагу можно достать. Короче, пупсики мои, сегодня буду себе готовить, короче, кашу манную, короче, и со сливочным маслом. Так что, давайте, приезжайте в гости, я и вас накормлю, все вы чики-пики. Короче, подписчики, варю себе на сгущенном молоке, короче, кашу манную. Ну, а для чего сгущенка? Чтобы слаще была. Ну и давайте... Приезжайте в гости, посидим, погудим, ну и зажить, поговорим. Ахуя, а густая. Может без каши, а? Чё это у меня? Видишь, не льётся. Откуда я знаю? Сколько налила, столько налила. Сахар, когда более не будет. Дайте. Вот так. Ну, 100-150 грамм. Не больше. Вот теперь самый сложный процесс. Вот этого, я думаю, хватит. Сейчас ждем, пока загустеет. Смотрите, даже без комочков, потому что надо уметь варить манку. Это же каша манная для ребятишек. Все. Готово. Выключаем. Кому как нравится, хотите, сахару добавьте. Ну, в принципе, я люблю сладкую. Да, я себе добавлю. Ну, это для меня манная каша. Ну, варила я так, для вас, чтобы вы умели варить. И все будет чики-пики. Из одного комочка. А вот что не умею варить, это кашу пшенную, рисовую и... Яську, короче, у меня как-то она не получается. Так что, девки, если будет время, приезжайте ко мне. Мы с вами вместе сварим, посидим, погудим и за жизнь поговорим. Чики-пи. Ну вот грунт охуенно, она прям запеклась на пекарном соусе. Чем-то натертая и красным перцем, так понимаю, посыпана. Потом просто, когда она будет готова, мне просто потом пластиками нарезают. Да-да, кусочками нарезают. С хлебом ешь. Не, ну, если что, можешь картошки добавить. На листе сделал. Не, ну я могла в магазине какую-то стариком взять, по маслу сделала. Нет, ну понятно. Кто сомневался? Ты ее запакуй теперь обратно. Тебе готовить-то ее как? Мне же весь соус убежит на лист. Мне же разморозит. Так вот. Же, как и курицу. Вот теперь готовить нужно ее будет вот в этой фольге. Но она не фольга, бумага специально. Куда ты на? Запеченная. Че ты? Вот как она была закручена, так ее и сделали. Господи. Ну вот и все. Вот. Вот теперь в этой бумаге ее нужно будет просто положить на лист и готовить 40 минут. Потом достаем, нарезаем пластиками. И можно кушать. Безумный Паш с вами. Ты еще что, орать приехал, что? Иди в рану в больницу 2 недели. Сидела в тишине. Никто не мешал. Маме, иди в тишине. И сейчас поедешь. И мешать никто не будет. Вот и езжай. Козел. Коза. А, ну иди вон. Яйца все обработаем. Бери, сказал. Ты че? Я как вы...
Уже даже не поцеловала, как я приехал. Ну, то есть, вот так. Да. А ты меня поцеловал? Нет? Да нет, поцеловал. Ты хотя бы побрился? Сегодня поброюсь. Позавчера брился. Так что сегодня бриться нужно. Она меня не просто не навещала. Приехала, закинула там тачку там. Две пачки чипсов. Но пацанам пачку чипсов давно отдал. Вторую вчера раскрыл. Похрустели, да и все. Вот и вся тачка. А что это узнал, куда еще взять? Молока пачку и ту поставил в холодильнике. И то в больнице. Скажи, 20... спасибо хоть за это. Да, 27-го встал. Думаю, ведь надо не забыть. Позвонил начальнику. Дважды. А зачем, трубку думаешь, не взял. Там в магазине что-то другое продается? Я не в курсе, не знаю. Ну вот иди и выбери. Крыса. А то у него спроси. Ты что думаешь, такая злая? Я ему мучу. Это еще мало. Как бахнулась. Потерялся. Он же меня знает. Если злая, ко мне лучше не лезть. Короче, девки, чтобы спина не болела, короче, надо иногда вставать на мостик. Вот сейчас пахан меня поставит, потому что я сама уже не могу. Давай, давай, так, давай. 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 Ну-ну-ну-ну. Вот так. Как-то. Ну ты держи меня хотя бы. Держу. Ну и все. Подымай обратно. Не больно, да? Нет, еще больно. Да, он прям. И что, они прям с корнями выдергивают? Ну, наверное. Нет. Нет, я не знаю, не вкус. Не вкусит так. А, я вот тоже тоже. Ребята, сделал дырки кольцо. Думал, белый металл. Но белый металл, он мягкий. На нем сразу бы были отпечатки. Золотой металл. Драгоценный, он всегда идет мягкий. Если кто не в курсе, то золото, грамм золота можно растянуть на километр в жидком виде. Если кто не знает, вот это фуфлыжное кольцо. И я просто купил реально своей жене. Ну вот так вот я вы. Я даже руки помою. Ну. Да ну вы что, у них специальная кислота просто есть. Да это ужас просто.